Так, 170-я серия, Мурманск, Магадан, движение по территории республики Саха-Якутия. В этой серии будет пройдено 48 километров Байкало-Амурская магистраль. Будет то слева, то с правой стрелкой. Я указал, с какой стороны она находится. Ну, продолжаем движение. Трасса А-360 Лена. Качество дороги можете сами отслеживать, начиная от асфальта и заканчивая щебенкой. Вот так как-то. Продолжаем движение. 112 километров от границы республики Саха-Якутия.
такой дороге говорить пока о красоте природы не приходится.
3 870.
на небо или на дорогу. Перевал через горы. Сейчас будет левый поворот. Под наклоном для удобства поворота. Чтобы центробежная сила, чтобы не выбросили автомобиль на обочину. Посадка или что? Связи никакой. Теледва аж, по-моему, третий день. В шоке. Владивосток уже
финишировал бы в Москве дня 3 тому назад.